Регионы, активно внедряющие практику по заключению социального контракта, смогут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета на условиях софинансирования. Об этом заявил президент Владимир Путин. Способ возмещения затрат жителей Ненецкого округа на поездки в отпуск определят в администрации региона. При этом увеличенный в прошлом году размер компенсации за льготную дорогу для бюджетников Ненецкого округа будет сохранен. В Ненецком округе продолжается акция по сбору макулатуры, объявленной некоммерческой организацией «Фонд экоразвития НАО». Уже собрано более 15 тонн. Здравствуйте, с главными новостями в студии Иван Никонов. В Ненецком округе активно внедряется практика по заключению социальных контрактов. Такая мера поддержки для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, действует на территории региона с 2017 года. Регионы, активно внедряющие практику по заключению социального контракта, смогут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета на условиях софинансирования. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По его словам, социальный контракт – одна из эффективных мер поддержки, с помощью которой люди могут выйти из тяжелой жизненной ситуации. Человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременные и определенные обязательства пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это. По оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. В Ненецком автономном округе такая мера поддержки действует с 2017 года. По данным регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, с конца 2017 года таким правом воспользовались 20 семей. Им было выплачено свыше 460 тысяч рублей. В 2018 году заключено 99 социальных контрактов на общую сумму 7,7 миллиона рублей. Социальный контракт заключается с малоимущими и одиноко проживающими гражданами, чей доход на одного члена семьи не превышает размера одного прожиточного минимума, утвержденного в Ненецком округе. Максимальный размер государственной социальной помощи по соцконтракту составляет 100 тысяч рублей. Мы долго очень рассуждали с руководством региона, в каком виде должен быть социальный контракт, ведь потому что до этого существовала точечная мера поддержки 5 тысяч. Понятно, что это временная передышка для семей, и она не решает глобально того состояния и как раз не выводит из той очень сложной жизненной ситуации семью, когда это 5 тысяч. Понятно, что меры адресности с 2016 года были введены, адресность и нуждаемость была учтена, поэтому стали приниматься меры, именно те, которые позволили бы комплексно семью поддержать и вывести из сложной жизненной ситуации. Был принят размер до 100 тысяч. Как правило, средства выплачиваются на следующие нужды: оленеводам на ведение хозяйственной деятельности, многодетным семьям на приобретение мебели школьникам, столы, стулья и прочее. Прохождение медосмотра для устройства на работу, переподготовку, переобучение безработных, погашение задолженности за детский сад. Стоит отметить, что при заключении каждого социального контракта применяется индивидуальный подход. В каждой сложной ситуации разрабатывается адресная программа выхода из нее. На 2019 год в региональной казне на эти цели предусмотрено 7 миллионов рублей. Анастасия Саботович, Ольга Русл, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Как начать свое дело и какие бывают тонкости в налогообложении? Центр развития бизнеса завершил первый в этом году тренинг «Азбука предпринимателя» по различным программам обучения. Весь курс, он длится 5 дней. Потенциальные начинающие предприниматели самостоятельно разрабатывали бизнес-планы и определяли его коммерческую эффективность. С теми, кто решил рискнуть, чтобы реализовать свою мечту, познакомилась Александра Литкова. Мария Погодаева – одна из 15 участников, получивших сертификат о прохождении обучения в Центре развития бизнеса. В этом году девушка планирует открыть первую в регионе студию 3D-печати. Как признается Мария, экономического образования у нее нет. Участие в тренинге «Азбука предпринимателя» помогло начинающей бизнес-леди не только научиться правильно рассчитывать доходы и расходы, но и в целом понять, стоит ли открывать свое дело. Мы стараемся шагать в ногу со временем. Если раньше, ну сейчас это одна из самых актуальных тем, вот, так как 3D-печать, она подразумевает печать любых изделий из любых материалов, то есть вы можете там, не знаю, могу вашу фигурку там, допустим, напечатать. Это достаточно интересно и для детей, и для взрослых, и в большинстве сфер нашей жизни используется: в медицине, в строительстве, в архитектуре, в быту.
Основная цель тренинга – дать более полное представление о возможностях построения собственного дела. Участникам помогли определиться с выбором организационно-правовой формы ведения бизнеса и системы налогообложения, а также рассказали о вариантах его продвижения. Этих знаний и не хватало предпринимателю из Красного Кристине Тайбарей. Полгода назад она открыла в поселке свою парикмахерскую. Ну, например, как правильно вести отчетность, какой лучше налогообложение выбрать. Например, как вести оплату труда. Как считает бизнес-тренер Виктор Чуклин, один из плюсов участия в тренинге – это общение начинающих предпринимателей с более опытными коллегами. Участники разрабатывают, прорабатывают свои бизнес-идеи, составляют бизнес-план. Идеи разнообразные, каждый работает над своей идеей, и посыл такой, что люди уже начали работать над своим будущим бизнесом. То есть, начиная от составления маркетингового плана, да, каких-то этих расчетов проведения финансового плана. Люди работают так, чтобы потом уже, используя полученные знания и наработанные материалы, уже продолжить свой бизнес. После пятидневного курса обучения всем участникам вручили сертификаты об участии в тренинге. В будущем его наличие поможет в получении окружного гранта на развитие своего дела. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Способ возмещения затрат жителей Ненецкого округа на поездки в отпуск определят в администрации региона. При этом увеличенный в прошлом году размер компенсации за льготную дорогу для бюджетников Ненецкого округа будет сохранен. Как и возможность направлять на покупку билета для взрослого члена семьи, сэкономленные на детском билете средства. Изменения коснутся возмещения затрат при поездке бюджетников на отдых за пределы России. Верховный суд Российской Федерации принял решение, в соответствии с которым норма оплаты проезда, а также оплаты стоимости провоза багажа к месту использования отпуска за пределами территории Российской Федерации и обратно, признана противоречащей федеральному законодательству. Она была предусмотрена соответствующим положением администрации Ненецкого автономного округа. Речь идет о той части нормативного документа, которая допускала возможность оплаты проезда, а также оплаты стоимости провоза багажа к месту использования отпуска за пределами территории Российской Федерации и обратно. Решением Верховного суда власти региона лишены права оплачивать льготный проезд жителей округа на отдых за границу. 23 января Верховный суд Российской Федерации принял решение и признал несоответствующим законодательству Российской Федерации часть порядка по льготной дороге, которая предусматривает компенсацию затрат жителям округа в раз в два года. В связи с этим администрация округа, исполняя решение суда, Верховного суда Российской Федерации, сейчас ведет работу по приведению в соответствии с законодательством и решением Верховного суда положение по льготной дороге. Как сообщили в аппарате администрации Ненецкого округа, правовое управление сейчас готовит к рассмотрению изменения в постановлении администрации о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Изменения будут направлены на то, чтобы жители региона, у которых возникло право льготного проезда к месту отдыха и обратно, могли получить компенсацию как при поездках в пределах территории Российской Федерации, так и при проведении отдыха за пределами России. При этом компенсация проезда будет производиться до границы. Соответственно, основной акцент, который мы хотим сохранить, это заключается в том, что денежная компенсация в 45 тысяч рублей она будет сохранена. Соответственно, будет сохранена часть, которая идет по учету по семье. Мы понимаем, что детям билеты дешевле, мы эту часть также сохраним. Также мы предусмотрим максимально комфортные условия для того, чтобы сохранить максимальную сумму для получения компенсации. В ближайшее время комфортный для жителей округа вариант постановления администрации о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно будет вынесен на рассмотрение администрации Ненецкого округа и рекомендован к принятию, после чего будут даны разъяснения гражданам по механизму использования размещения расходов по льготному проезду. Ольга Русул, Анастасия Сабатович, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Окружные депутаты обсудили мероприятия, запланированные в год здоровья. Руководитель профильного департамента Сергей Свиридов выступил на заседании фракции «Единая Россия» с информацией о плане мероприятий на 2019 год в сфере здравоохранения и ответил на вопросы парламентариев.
Руководитель здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО отметил, что текущий год, объявленный в регионе годом здоровья, является только началом проведения мероприятий, направленных на решение проблем здравоохранения. Одна из основных проблем, которую выделил Сергей Свиридов, это отсутствие на территории округа специализированных медицинских организаций третьего уровня, оказывающих в том числе высокотехнологичную помощь. Так, с 1 января 2019 года в Ненецкой окружной больнице создано первичное сосудистое отделение, где планируется проводить операции по шунтированию. В дальнейшем рассматривается вопрос командирования в округ кардиохирургов из центра Алмазова для проведения сердечно-сосудистых операций. Сказали, что окажут нам содействие в командировании специалистов из центра Алмазова, когда там не будет больших объемов, которые могут приезжать сюда в рамках вахтового метода и делать операции по стентированию, а может уже даже и шунтированию. Но нам пока в первую очередь нужно по стентированию. Соответственно, сейчас как раз рассматриваем вопрос, как я уже сказал, по приобретению ангиографа и МРТ. Но вот проблема единственная, это только с помещениями. Пристройки к главному корпусу помещения для этих аппаратов предусмотрены. Руководитель профильного департамента также рассказал о приобретении модульных ФАПов. К 2020 году планируется заменить ФАПы в 9 населенных пунктах округа. Также он сообщил о продвижении документов по строительству здания инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы. По словам Сергея Свиридова, строительство планируется начать в 2020 году. Стоимость объекта более 1 000 000 000 рублей. По строительству пристройки главного корпуса и инфекционного отделения на сегодняшний день нами поданы документы в Минздрав, это вот в рамках пристройки главного корпуса, потому что имелась проектно-сметная документация и положительное заключение по экспертизе. Сейчас они рассматриваются Минздравом и до конца февраля, до 1 марта будут переданы на рассмотрение МИНЭК, Министерство экономического развития Российской Федерации, где уже будет приниматься решение о включении их в федеральную адресную инвестиционную программу, это пристройки. Кроме того, Сергей Свиридов ответил на вопросы депутатов, касающиеся улучшения оказания медицинской помощи жителям округа, в частности, создания единой лаборатории. По мнению парламентариев, на сегодняшний день граждане сдают анализы в нескольких учреждениях, а это очень неудобно, особенно для пожилых людей. У нас сегодня 3 лаборатории. Это в окружной больнице, лаборатория в центральной районной поликлинике, лаборатория в тубдиспансере. Примерно в среднем где-то на 60 жителей в России создается лаборатория. То есть 60 тысяч прикрепленного населения, да. Соответственно, вопрос стоит правильно, мы ее будем создавать. Сейчас мы подыскиваем заведующего в окружную больницу, который мог бы взять на себя эту работу и объединить все 3 лаборатории. Но только в тубдиспансере останется маленькое направление, это БАК-лаборатория. Забор анализов будет проходить по-прежнему, а лаборатория будет одна в административном здании окружной больницы. Также депутаты предложили организовать в сельских и городских школах проведение профориентационных мероприятий для мотивирования учащихся получить медицинские специальности. Анастасия Саботович, Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается акция по сбору макулатуры, объявленной некоммерческой организацией «Фонд экоразвития НАО». Уже собрано более 15 тонн. Напомню, акция «Вместе против рака» в регионе стартовала еще 4 февраля. Организаторы тем временем отмечают большую активность. Так, например, чуть меньше тонны макулатуры собрали студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. После окончания карантина к сбору также подключились в детских садах и школах Наринмара. В 4-й школе в акции по сбору макулатуры приняли участие как учителя, так и родители с детьми. Первоклассница Софья Неустроева вместе с папой собрали все ненужные тетради, картонные упаковки, газеты и журналы. Даже прошлись по магазинам в поисках картонных коробок. Несмотря на юный возраст, Соня знает, куда это все пойдет. Чтобы сделать новую бумагу, если все будут выкидывать бумагу, ее просто сожгут, и у нас леса не будет просто. Из-за карантина в школах акция по сбору макулатуры «Вместе против рака» была продлена до 22 февраля. И мы как раз попали в акцию, которая средства от сдачи данной макулатуры пойдут на помощь онкобольным. И вот это все было озвучено нашим ребятам с 1 по 11 класс. И вы видите, сколько бумаги они принесли, чтобы на вырученные деньги было закуплено или лекарство, или оказана материально какая-то помощь.
Самые активные ученики получили сертификаты на посещение контактного зоопарка и катание на лошадях в конно-спортивном клубе «Фортуна». Также к участию в акции подключились жители поселка Нельминос и села Тельвиска. Очень приятно отметить, что в нашей акции приняли участие учебные заведения. Это школа Нельминос и школа Тельвиска. Тоже большое количество. С Нельминоса у нас около тонны привезли. Вот, а в Тельвиске более 3 тонн мы собирали макулатуры. Когда сбор макулатуры будет закончен, ее рассортируют на бумагу и картон, отправят в Киров в пункт приема. Деньги, вырученные в ходе акции, представители фонда передадут в Красный Крест на нужды больных раком. По состоянию на начало 2019 года в Ненецком округе зарегистрировано 807 человек с онкологическими заболеваниями, в том числе 12 детей до 17 лет. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». В округе стартовал региональный конкурс волонтерских проектов. С его помощью окружная молодежь может получить средства на реализацию инициатив. 20 февраля в Ненецком округе начался прием заявок на участие в окружном конкурсе волонтерских проектов. Его проводит окружной департамент образования, культуры и спорта. Согласно условиям конкурса, в нем могут участвовать жители региона в возрасте от 14 до 30 лет. Они могут получить до 30 тысяч рублей на реализацию социально ориентированного проекта. В конкурсе могут участвовать проекты, направленные на поддержку сирот, пожилых людей, инвалидов, больных и детей-подростков. Это могут быть и проекты по экологической защите, организации досуга молодежи, проведение интеллектуальных игр, экскурсий, спортивных и туристических событий. Победители окружного конкурса волонтерских проектов будут определены 31 марта 2019 года. И снова наши впереди всех. Юный саксофонист из Ненецкого округа Никита Сафонов одержал победу на открытом региональном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Васильева. Творческое состязание проходило в Архангельске. Воспитанник детской школы искусств игрой на саксофоне занимается уже на протяжении 3 лет. Но, как признается сам Никита, для него это был первый серьезный выезд. Мальчик готовился к конкурсу больше года. Я думал, что я уже третье место будет там или четвертое. Но оказалось, что у меня первое место. Я рад был. Восторг был у меня. Чтобы поддержать воспитанника, в столицу Поморья отправился и его преподаватель Игорь Саботович. И, конечно, остался доволен результатом ученика. Конкурс был великолепным. Мастер-классы, концерты, выступления. И помимо конкурсных прослушиваний, мастер-класс, который мы посетили, мы на них увидели, как легко достигается повышение уровня игры на духовых инструментах, но некоторые пути и методики, которые мы там увидели, для меня открылись впервые, и этому багажу знаний я безгранично рад. Никита показал хороший результат, выполнил 100% из 100, которые мы готовили на пути, на долгом пути к этому конкурсу. И я горд и доволен. На конкурсе Никита Сафонов исполнил композиции «Лунный вальс» и «Маленький негритенок», которые и принесли ему победу. Во дворце спорта «Норд» стартует финальная серия регионального чемпионата «КС-баскет». За право стать лучшей школьной командой баскетбольной лиги Ненецкого округа и представлять свой регион на чемпионате Северо-Западного федерального округа будут бороться команды юношей, учащихся средних школ поселка Искателей, 1, 4 и 5 школ города Наринмара, и команды девушек из городских школ номер 1, номер 4, средней школы имени Пырерки и села Несь. Традиционные игры пройдут на спортивной площадке Дворца спорта «Норд». Полуфиналы начнутся 21 февраля в 13 часов. Игры за третье место намечены на 22 февраля в 13 часов. А главная интрига сезона – состязание за первое место у девушек и юношей – начнутся с 16 часов. Церемония награждения победителей состоится в 19:00. Как отмечают организаторы, в программу финала регионального чемпионата войдет не только соревновательная часть. Гостей спортивного мероприятия ждут многочисленные подарки и конкурсы для участников и зрителей – выступление танцевальных коллективов и группы поддержки. Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. А в марте победители регионального этапа отправятся на финал чемпионата Северо-Западного федерального округа, где будут представлять Ненецкий автономный округ. Такова информационная картина к этому часу. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.